Привет, народ. Начинается доброе утро. Вот, точнее, у меня оно начинается. Герасим Васильевич, оно приятно продолжается. Я сплю. Вот. Все самые жирные монетки после обеда ловятся. Вот, а я пойду и опроверну эту теорию. Вот, ребят, утро встретило меня вот такой вот. Слегка помятой конинкой. Ну что ж, ребят, после утреннего неудачного похода за сокровищем был небольшой сон-дренаж. А теперь у нас завтрак. И вот таким вот образом он у нас готовится сегодня. То есть вот кухня, полки, мясорубка. Мясорубка для щучьих котлет. Да, все как мы любим. Плита. Газ горит, все, вот наши консервы здесь разогреваются. Плов бурлит. Ребят, мало того, здесь еще есть, посмотрите, что. Уховарка. Вот так вот. Кофемашина. Вот такой сервиз. Холодильник. Я не знаю, как это все в шерп в один уместилось, но ребята это все привезли и по такому нормальному болоту весеннему, оттаившему уже и очень-очень мокрому. Две лодки. Горшок мы вам уже показывали. Но горшок мне, конечно, сломал вообще понятие о походах. Причем лодки не сдували. Их привезли сюда на дутане. Да, прям в салоне. Внутри в баллонах были продукты. Ребят, очень полезный напиток боржоми. Но речь сейчас не о нем. Березовый сок. Мишка сделал полезное дело, увидел, что утром, пока ходил, увидел, что стоят трубочки, капают без толку, без бутылочек. Поставил бутылочки, и вот мы сейчас пьем березовый сок. Очень вкусно и полезно. Пользу. Мишка полезный. Я же полезный. Да. Мишка полезный. Всего плавать в лодке, а не в посту. Так. Российский авианосец адмирал Кузнецов будет сейчас спущен на воду. Вы видели, какой ж цунами прошел при спуске? Попробуй здесь мотор сначала. Зачем? Это только слабый. А ветер на берег идет, так что. Попробуй мотор. Сейчас. Живца надо ловить. Так он не взял. А так ты что будешь делать-то? Он вообще не взял ничего. Ничего не взял, да? Ничего не взял, еще и штаны не переделал. Рыбацкие штаны надо одеть еще. Ходовые испытания лодки. Сначала пробку открой. Ох, сейчас тебя подстрелят. Не крякай только. Плыть будешь, не крякай. Да, в это время года это очень опасно. Хорош. Уже плывешь. Смотри, винт крутится, уже плывет. Вот как он работает. Да, ты просто не заводи, так дергай и все. Сейчас в берег как впорится. Мне кажется, передача включена. Смотри, как ты поплыл. Рули. Зачем рулить? Просто заводишь, газ даешь и все. Веслами притормаживай. Ребятки, вот так у нас собирается березовый сок. Красота. Мишка молодец, Мишка полезный. Ух ты! Сразу на капу нажал. Так, ребятки, сейчас пойду испытывать это плавсредство фирмы Зодиак. Фирмы Зодиак. Попробуем, что это такое. Может, рыбу поймаем, да.
Ну, тут спиннинг есть. Спиннинг сейчас закинем. Попробуем, что это такое. Что это за каракатица такая. Вот, ребят, таким обедом нас угощают. Ай-яй-яй-яй-яй. На природе сделали такую курочку. Ну, конечно, это на рыбалке кушать курицу это моветон, но тем не менее рыбы у нас нету. Потому что еще не рыбачили. Ну, еще отдыхают. Ну что ж, вернулся наш копарь. Ну показывай, что ты там накопарил. Остайся. Видео снимал. Ух ты, ёлы-палы, Миша. Крест накопал опять такой же. Молодец. Пряжка. Какая-то с короной. Какая-то пряжка с короной модная. Колечко смотри. Колечко накопал, да. Это какая-то железка, похоже, не знаю. Наконечник стрелы. Не, серебро, не серебро. Как серебро за него. Амина. Какая это что такое? Какая? Пломба. Пломба. Пряжка. Ну пряжка это военная, военная, да, армейская. Армейская пряжка показывает. Молодец. Ну что, Миша, Деус рулит? Деус рулит. Деус рулит. Мишка только не хочет. Надо организовывать сбор средств. Заработаю там что. Ну, я имею в виду нам делать, не вам, подписчикам, а нам делать сбор средств и приобретать второй Deus. Чем дольше я хожу с теркой, тем потом будет больше удовольствия. Как-то разницу чувствуешь сразу. Больше удовольствия будет от Deus'а потом. Ну, молодец. Молодец, Мишаня. Не, с теркой просто мимо прошел бы и не поднял бы, конечно, ничего. Ребят, ну вот, завод по добыче березового сока у нас работает. Я пришел, и меня ожидает здесь бонус в виде вот такой кружки березового сока свеженького. Он у нас там это самое. Идет береза добыча. Сейчас она прошла, да? Сейчас хотим еще попробовать березовый фреш с мякотью сделать. Пеньки давленые. Пеньки давленые, да, вот Мишка сейчас сделает. Нагрызет. Ключик. Во, ребят, ключик стоял, нашел. Пойдет. Три копейки 49-го. Ну вот, ребят, достал 3 копеечки 49-го года. Чуть-чуть подогнута она. Вот такая вот находочка. Хорошо. Так, еще сигнальчик. Что тут у нас? Ха. Ребят, это медная оболочка пули. Вот такая вот оболоченная пуля с сердечником 7.62. Во, ребят, какая находочка. Смотрите, пластинка. Ай-яй-яй, сломать можно. Аккуратней. Вот с таким вот орнаментом. Рисуночком. Замечательно. Чуть не сломал. Тонко-тонко звенело. Практически как будто нету. Так. Сигнальчик интересный. Похоже на советы. Ну опять оболочка от пули. О, ребята, 1 копеечку нашел. Муха по полю пошла. Муха денежку нашла. Вот. Монетка.
Одна копейка. 1800. 50. Какой-то надо чистить. Отлично. Отлично, ребят. Ну-то царя нашли сегодня. Мишаня, как там у тебя? Пока ничего, вторую стопку нашел. Ну, ты на стопочной поляне, походу. А я монету нашел. Копеечку 1800 какого-то. Ребята, найден сигнал. И теперь вопрос знатокам. Что в этом комке? Давайте посмотрим. Пишите в комментариях. Пока ставите лайки, в комментариях пишите, что вы думаете в этом комке. О! Ну вот, ребят, смотрите. Кусок лепестка крестика. Обломанный. Жалко. Большой был крестик. Эх, ну ладно, берем. Я, Мишка, кусок крестика нашел. Да, крутямба была бы, если бы он целый был. Большой лепесток, хороший. Что за кокуля там? Рубль золотой. Чурвонец. Монетка? Ну-ка. Молодец, Мишка. Царь? Да, какой-то царь. Дайте рану. Царь. Дайте рану. Павел, по-моему, какой-то. О, хорошая монетка, Мишка. Молодец, Мишка. Видишь, полянка хорошая. Да. Ой, только. 1 рубль, 1992 год. О, кто-то. Как Алик, конечно. Ладно, ты что, серьезно, рубль? Да нет. Ну, это не видно, сейчас надо мыть. Копейки какие-то. Сохран. Не алло, жалко. Кокаль, да. В стол пойдет. Так, ну-кась. Что тут у нас за 100 рублей одной монетой? О, монетка. Монета. Монета, Мишань. Да. Ну, кокаль такой, что ёлы-палы, а. Сохран, конечно. А, о, 10 копеек 52-го. Так, ребятки, Мишка серебро нашел. Что-то тут. Местечко интересное. Ну-ка, выходи из чепыжника. Ну почему? А. О, какое. Брошка какая-то была, что ли? Да. Уху-ху, ребята, смотрите, какой крест Мишка нашел. Да. Круто. Огромный лепесток. Да не три его сейчас. Это краска слезет. Круто, Мишка. Мандалец. Упыхался маленько. Я что-то тоже... Упыхался. Чутка. Надо попить водички тоже. А что ты? А? Да, в стол уберешь, что будет прикольно. Нет, еще нароем потом. Спасибо. Спасибо, друг Мишка. Это ты. Слушай, достань флешку мне. Чтобы я не тянулся. Муха по полю пошла. Муха денежку нашла. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Муха денежку нашла. Ну-ка, где моя денежка? Где-где-где? Вот она. Вот она тут и где-то. О! О, ребята! Кандалы я нашел. Смотри, какая штука.
О, наручники, елки-палки, старинные. Смотри, какая же цепка. Что это такое? Да? А, вот, точно, удила. Удила, давай тебе оденем мишень. Удила нашли. Вот так вот. Надо их, не надо. Ну вот опять пуговка, гирька, ребят. Обломанная только, жалко. Обломанная. Стол находок возьмем. Ну вот, ребят, монетка. 1 копейка 1921 года. Хорошая монетка. 24 года. Ну-ка, ну-ка, давайте глянем, что она стоит. ₽150. Да. 150 рублей. На глазах просто богатеем с Мишкой. Скоро второй Бентли возьмем. Один у Мишки уже есть. Второй возьмем. Не понял? Не понял? Холодно стало и заработало. Не. Все. А. Пойдем разложим-то. Снимем, что мы там нашли. Нифига ты тут сервиз целый нашел. Я вон копейку прямо здесь нашел, 24-го года. Разная гильза, смотри, это, видишь, как пробита. Угу, я, да. Я такую еще находил, но она в каку была загнута, такая же гильза. Угу. Я ее выкинул. Разные, да, байки разные. Разные самолеты, видимо. Да не, может, и на одном самолете просто. Разные гильзы. Разные гильзы? Калибр один и тот же, а гильзы разные, посмотри, видишь, завальцовка вот эта вот. Здесь. Угу. Вот это, скорее всего, наши, а это вот немецкие. Так вот, ребята, улов не богат. Все выкопано до нас. Надо искать что-то более глобальное. Хватит тренироваться. Надо забабахать ух какую-нибудь экспедицию мощную, копательскую. Ребят, смотрите, какие картошки, где такие нарыли. Мы, походу, в крошке картошки закупались. Даже там таких нет. Вот это сорт. Гиганты. Что-то тут бурчит, бурлит. Процесс идет. Все, ребят. Мишка сказал, да, Мишка сказал мяу. Будем ложиться спать. А-а-а. Короче, что-то мы пока ничего не найдем толком. Рыбу у рыбаков не ловится. Мы даже свои постовухи не доставали. Надо спать. Холодает на улице. Да, вчера был хороший теплый вечер, а сегодня вечер тоже хороший, но сегодня холодный. Да, не теплый. Опять похолодало. Но это и к лучшему. У нас хоть трава не будет так расти, как. Потому что трава переть начала сразу. Дожди прошли. Завтра дожди обещают еще здесь тоже. Так что мы, наверное, скорее всего, завтра домой поедем. Вот. Мы лучше сплав сделаем. Нормальный. Здесь из удовольствия только походить. Да. Только походить. Точно. Больше ничего. Точно. Тут как в старом кино, все украдено. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.